Тогырлы, мұгырлы, дашағлы, илхамлы, гейдарлы, мәхрибанлы вә Зәңгелан шәһәри енә сиктердік. Вот так приходится постоянно слышать от Ильхама Алиева, что он захватил тот или иной населенный центр за месяц. Причем хочу заметить, что все вот эти бабарлы-мабарлы – это даже не жилые населенные пункты, это такие были неодушевленные места на первой линии, на которых никто не жил вот уже 30 лет. Где-то в каких-то местах, где, да, действительно, они занимают, но надолго не задерживаются, их отбрасывают назад. То есть закрепляться на каком-то месте толком они и не успевают. Поэтому говорить о том, что они чего-то захватили, а чего-то не захватили, я думаю, это преждевременно. Факт один и факт ясен, он налицо. Война идет уже почти месяц, буквально 27-го уже будет месяц. И война между маленькой Нагорно-Карабахской республикой, которой там, ну сколько, 150 тысяч жителей, да, и, значит, ну какой-то 10-миллионным, как нам говорят, может быть, правда, может быть, нет, я не знаю, 10-миллионным народом Азербайджанской республики. Ну и плюс, естественно, там у них армия, конечно, мощная техника, плюс, если учитывать, что у них там турецкие инструкторы, и не только инструкторы, но и солдаты тоже. Уже не раз было замечено на фронтах, что был турецкий язык, то есть среди обычных военнослужащих. Хотя я думаю, что это те самые сирийские туркоманы, и потому что язык туркоманов, он ближе к турецкому, чем к азербайджанскому языку. Наши могут и путать. Также есть информация, что порой они заходят в тот или иной населенный пункт в одежде солдат армянской армии. То есть, скорее всего, они раздевают убитых армянских солдат или пленных. И в их одежде, в их обмундировании пытаются проникнуть. Чего очень сложно бывает, допустим, идентифицировать изначально, кто идет, да, кто наступает, армяне или азербайджанцы. Я имею в виду нашей, армянской стороне. Ну, информационная война у них, конечно, жесткая, причем где-то она грамотная, где-то она безграмотная. Грамотная она в том смысле, что подкупает, как и подкупала, в принципе, раньше, турецких, вернее, российских экспертов, политологов. Ну, мы их уже всех знаем, это в лице того же Короченко, Журавлева, Маркова, Барабанова. Ну, Максим Шевченко, ну, о нем грех не говорить, потому что сами замечаете, что он там, где деньги, да. То он с коммунистами буквально недавно агитировал за Грудинина, ну, сколько там, 2 года прошло, да, на президентских выборах. То теперь он ратует за исламский мир, хотя при чем тут мусульмане, непонятно. И в данный момент он находится не в России. Он сам недавно включился и провел свой выпуск. Откуда бы вы думали? Из Стамбула. Ну, понятное дело, что ему еще там делать, финансируется он неплохо. Кто финансирует, там и Макс Шевченко. Это по поводу грамотной информационной войны. По поводу безграмотной, ну, скажу вам так. Чего меня радует, армяне никогда руками чьих-то не достигали никаких-либо там побед или поражений. И это хорошо. Посмотрите, что творится, да, если заглянуть на азербайджанские сайты, что у них. То есть они пытаются показать русскую православную церковь в Баку, где батюшка говорит, что он там за Азербайджан. Ну, было бы странно, если бы батюшка РПЦ в Баку не говорил бы такое, да. Но зачем их-то включать, зачем их впутывать в этот самый конфликт, мне, честно говоря, до сих пор непонятно. Также показали селение в Азербайджане, где проживают этнические русские, это Малакани, которые тоже там с азербайджанскими флагами ратуют за победу Азербайджана. Ну, у меня даже нет слов. Ну,
Зачем их-то впутывать? Малакан-то зачем впутывать? Малакане, вон и они и в Армении живут тоже. Есть селение с компактным населением малакан, русских малакан. И никому даже в голову бы не пришло дать им микрофон, камеру. Скажите там несколько слов о том, как вы тут болеете за армян. Ну, это глупости просто. И я считаю, что это ни к чему. Вот буквально сегодня пришла информация, что на войне под Гадру там погиб парень, малаканин из Армении, гражданин Армении. Ну вот он, как гражданин Армении, значит, принял участие в этой войне, доблестно погиб, как храбрый солдат, как храбрый гражданин, храбрый человек. Вот об этом можно сказать. Но снимать в общем малакан, там, бабушек и дедушек, которые ратуют там за Армению, это полная глупость. И считаю, что Азербайджан в этом случае тоже проявляет такую некорректную профанацию. Хотя другой профанации я и не знаю. Далее написали такую статейку, которую я видел, гуляет в Яндексе, якобы русские за азербайджанцев. Ну, это тоже чушь полная, да? Хотя бы потому, что, ну, сразу видно, кем она написана, рука это чувствуется. Ну, например, в одной из статей говорится о том, что вот видите, в Азербайджан приезжают русские. Ну так и что, граждане России русские приезжают также и в Армению. И что дальше? Приезжали отдыхать. Также включают какие-то там, подключают фотографии между русскими и азербайджанцами, которые были сделаны в Москве на День Победы 9 мая. В принципе, все фотографировались, да? Ну то есть вот такие глупости, подкрепленные всякими фейковыми информациями про многовековые отношения России и Азербайджана. Слушайте, какие многовековые? Ну, век. Откуда их многовековые-то? Откуда им взяться-то? Карабах старше намного тысячелетий, чем сам Азербайджан. Даже взять хотя бы название. Арцах, название Арцах, да, карабахское название, он появился за 2000 лет, задолго до названия Азербайджан. Севернее Аракса. Да даже если взять тоже название Карабах, которое уже мусульмане одарили, да, Арцахом, и он даже старше. Ну вот посмотрите на карты, допустим, нет Азербайджана, но есть Карабахское ханство. То есть это название даже старше, чем страна Азербайджан. Так может быть, учитывая и название Арцах, который был раньше Карабаха, и название Карабах, который раньше появился, чем Азербайджан. Так может, наоборот, Азербайджан включить в состав Карабаха, Арцаха? Подумайте об этом. Мы также часто сталкиваемся, как и сталкивались раньше, с ложью, которая постоянно питает свой народ Алиев. Мы только смотрим и удивляемся. То есть у него эта ложь, она никак не убавляется. Понимаете, все больше и больше этой лжи. Ну, наверное, это так принято в этой стране. Я не знаю. Если даже заглянуть в их же учебники, которые были изданы еще в советские годы, например, вот история Азербайджана, да, это средние века, история, которая была написана в советские годы, в тех же азербайджанских учебниках по истории Азербайджана, обратите внимание, что пишется, чей Карабах, то есть вот в абарцахских меликах, все четко тут написано, где римляне, где армяне, а где азербайджанцы, о которых толком вообще ничего не написано, и это в истории Азербайджана. Вот посмотрите, это все сейчас перед вами. Далее можно посмотреть, как тот же Азербайджан еще задолго до развала Азербайджанской ССР и вообще ССР признал давно геноцид армян. Вот тоже из азербайджанской, скажем так, из азербайджанской энциклопедии, из справочников вся эта информация. Что мы видим теперь? Теперь мы видим совсем другую картину. Они противоречат постоянно самим себе. И эту войну пытаются придать какой-то религиозный окрас. Слушайте, ну если вы такие религиозники, хотя странно вам говорить о том, что там где-то в мечетях свиньи ходят, как вы показываете на фотографии, да. Слушайте, сейчас там свиньи, куры, бараны, коровы ходят везде, по всему Карабаху, потому что мирным жителям там идет война. Сейчас не до домашних животных, люди гибнут. И они ходят везде, и в церковь могут зайти, и в мечеть могут зайти, куда угодно они могут зайти. Они повсеместно. Вам даже
было предоставлено видео, где те же свиньи или там дикие кабаны в лесах жрут тела ваших ребят. Мол, остановите на время эту войну и заберите эти тела. Их тут тысячи. Их тут тысячи. Вы представляете? То есть ваше оружие ничего, в принципе-то, и не стоит. Учитывая, что ваших тысячи ребят здесь погибших лежат. И это будет просто экологическая катастрофа, если их не взять. Ну, это понятно, что со времен Османской империи такая тактика не забирать умерших. Но это неправильная тактика. Вы-то не Османская империя. Вы были под персами, так и остались под персами. А теперь вы пытаетесь подлечь под турок. Чего вам, в принципе, пока удается. Но это временно, потому что турки вас накроют еще. Вот увидите. Вы для них как были шиитами, так и останетесь шиитами, персианами. Так что вот недавно, допустим, армянская сторона, ну, пришлось захоронить, вот это, устроить какую-то такую единую братскую могилу по всем фронтам, где вот эта куча тел с азербайджанской стороны, ну, и пришлось это все захоронить. Так что, ребята, включайте мозги и слушайте не только Алиева, но слушайте и противоборствующую сторону, слушайте и то, что пишут и говорят в мире. Потому что журналисты, которые работают на вашей стороне, они чисто работают там, где Баку, там, где Гянджа, там, где небольшие такие города. Но на прифронтовую зону-то их не допускают, потому что они четко увидят. Ну, пригласите этих же журналистов в тот же Лачин, Зангелан, Джабраил, Гадрут, которые вы якобы захватили. Ну, пригласите, пусть они там поснимают. А то, что вы зашли туда на 3-4 часа, ну пусть на целый день, и водрузили там какой-то флаг, помахали рукой и сказали «Гахраман», это еще ни о чем не говорит. Завтра же это тело будет где-нибудь бездыханно, его будут пожирать дикие кабаны Карабаха. Так что будьте мудрее. А по поводу информационной войны, ну буквально через 2-3 дня я с вами снова свяжусь. У нас в гостях будет человек, который расскажет, как не поддаваться на всю эту удочку. Поверьте, он эксперт в этом деле. Да, и еще хотелось бы сказать, пока не забыл. Я благодарю всех тех, которые обращают внимание на те самые банковские реквизиты, вот которые под этим выпуском. Вот, если вы посмотрите между комментариями и вот этим выпуском, есть банковские реквизиты. Эти донаты сейчас не столько донаты. Каждая копейка, которая присылается вами, а присылается, как я понимаю, только одними и теми же лицами, но и то хорошо, все они собираются и уходят от меня конкретным людям. Не фонды какие-то, фонды это, конечно, хорошо, но есть еще конкретные люди, которые, поверьте, нуждаются в помощи, и такие есть у меня, и к ним же тоже хочу обратиться. Вы можете написать мне на электронную почту, если вы нуждаетесь в какой-то финансовой поддержке или продуктах, хотя я знаю, что ни в продуктах, ни в медикаментах нужды никакой нет. Но, тем не менее, напишите, мы вам поможем, чем сможем. Спасибо еще раз большое. Всего доброго, победа будет за нами.